Всем привет, с вами Пол Тим, и в этом видео мы посмотрим на увлекательную игру слова под названием «Башня слов». Это классная головоломка, если вы любите где-то проводить время, играя в головоломки, то это действительно крутое решение. В игре имеется 4 режима, и давайте посмотрим на каждый из них. Первый называется режим «Башни», и здесь вам предстоит набрать как можно больше очков. Вы собираете слова, чем длиннее эти слова, тем лучше, и соответственно вы зарабатываете таким образом очки. Здесь вы можете ставить рекорды и, например, соревноваться с вашими друзьями, кто наберет больше очков. Скажу сразу, в игре имеются подсказки, но я их использовать не буду. Здесь вы можете использовать существительные, также глаголы, и букв в слове не должно быть меньше 3. Далее режим пазла. Здесь вы не должны позволить буквам дойти доверху. Вы собираете слова, и буквы после этого двигаются на одно деление вверх. Таким образом, они приближаются к верхней части экрана, и когда они его достигнут, вы проиграете и будете начинать заново. То есть ваша цель — это делать все возможное, собирать такие слова, чтобы, соответственно, не дойти до самого верха. В режиме натиска буквы опять же двигаются вверх, и вам нужно собирать слова и таким образом делать так, чтобы буквы не дошли до конца экрана. На это у вас есть определенное время. Сверху бежит полоска времени, и когда она добегает конца, буквы двигаются на одно деление вверх. В общем, здесь вы должны очень быстро искать слова и продержаться как можно дольше. И последний режим — это онлайн. Игра ищет вам соперника, и вы выходите в онлайн против другого человека. Тенью показано поле соперника. Ваша цель — это найти слова. Эти слова, которые вы будете находить, будут перемещаться на поле соперника сверху. Видим, что я ответил, теперь очередь моего оппонента. Он делает ход, и соответственно то слово, которое он нашел, падает на мое поле сверху. Получается таким образом, если вы будете искать маленькие слова, ваш оппонент будет искать большие слова, то соответственно он вас засыпет, и вы просто проиграете. В общем, если вы любите различные игры в слова, просто убивалка времени и головоломки, то эта игрушка определенно для вас. Она бесплатная в App Store, ссылка будет в описании к этому видео. На этом все, ребят, с вами был Apple Team. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, не забывайте о яблочках. Пока!